Мотор, камера, поехали. Здравствуйте. Нет, вы знаете, нужно говорить очень много. Добрый вечер. С вами можно познакомиться? Нет. Черт подери. Хорошо. Мы уже знакомы. Нет. Как вас зовут? Марина. Нет, вот камера с вами не знакома. Ладно, а как вам это место, Марина? Я думаю, мы не будем скрывать то, что надо немножко ближе подойти вот сюда. Да. А, не будем скрывать то, что вы имеете отношение к этому проекту, но мы не будем упоминать какое. Тем не менее, какие эмоции? Замечательные эмоции. На самом деле, ну что, можно сказать, что я первый раз вчера же пропустила Сутка, все хорошо сделано, все замечательно, весело, интересно. Музычку будет погромче. Я видел тут много всяких интересных девушек. Это кто-то постарался? Конечно, я старался. Во что вы успели с девчонками поиграть, чтобы девчонкам понравилось наиболее? Что не понравилось, что просто снесло голову? То есть, может быть, такое? Пока наши операторы настраивали нам Kinect, мы, девушки, очень увлеклись iPad'ами, естественно. То есть, практически потом было невозможно от iPad'а оторвать, чтобы, собственно, поиграть в Kinect. Очень понравились. Таня, она очень увлекается машинами, в них хорошо разбирается, любит погонять. Люблю ее, забрал достаточно. Вот. А другим девочкам тоже очень понравился. Федор Аллах, да? Значит. Не буду каверзным вопросом сейчас, вот традиция в моей голове. Блин, такие вопросы нельзя задавать. Нет, я хотел задать некорректный вопрос, но нет, я передумал. Ладно, что девчонки сказали? Придут еще, да? Нет, да? Да, это подсказка. Если нальют, то еще тем более. Вам наливать? Ой, блин, шеф же будет смотреть, ё-моё, камера. Ладно. Я думаю, это... Конечно, очень понравилось. И с айпадами будут играть, и в Kinect Я думаю, наверное, больше не будете тебя терзать своими подобными вопросами. Скажи что-нибудь на прощание, наверное, всем тем шефам, которые тебя смотрят и которые там... Нужна вечеринка. Вечеринка? Да. Ну что, нашему месту пожелаю процветания, скорейшего открытия, потому что это начальная стадия, скорее бы наша основная часть. Чтобы вовремя, чтобы все получилось, и чтобы все было просто. Спасибо.